Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Очень интересный инцидент. Директор, который нас сюда привез, он собрал всю программу из разных городов, здесь нас собрал, и в день, когда нужно было все-таки выплачивать зарплату, он просто испарился. Он удалился из всех соцсетей, поменял все телефоны, можно сказать, угнал автобус, в котором были вещи некоторых артистов, и на нем пытается куда-то скрыться. Вот сейчас его разыскивают, где он, неизвестно. Кормили обещаниями, заявлений ничего не было дано, ни договоров, ничего не подписывалось. Завтра, 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 завтра. Ну, мы надеялись, верили. Так получилось, что кинули, не заплатив ничего, ни зарплату, ничего. Должны и рекламщикам по городу, должны за фуры. Сейчас фуры выехать не могут, средства найти. Просто кинули. Директор сбежал с 2 миллионами. Снимал кассу себе в карман. То есть у нас произошла оплата за первую неделю. Вот, и остальные недели, он говорит, ребята, подождите, сейчас у меня там проблемы, то есть не хватает немного денег, сейчас, вот-вот, следующей неделе и так далее. И так растянулось, то есть он артистам выплатил только 1 неделю из 5, то есть 5-ю часть зарплаты. Данные обстоятельства, которые сложились, нас, так сказать, грубо языком кинули, директор уехал, все артисты остались без денег, и я в том числе со своей супругой, и вот у меня дочка, обезьянка, если вы видите. Иди сюда. Вот. Поэтому для того, чтобы уехать, я прошу всех жителей города Читы помочь именно денежными средствами, чтобы собрать реквизит, накормить обезьяну и купить билеты до ближайшего, до Санкт-Петербурга. Вот. Там мы проживаем. А куда можно обращаться, чтобы поделиться денежными средствами? Да, ну, я думаю, в цирк Красной Звезды 7А, кто был на представлении, все знают и все довольны, всегда нам аплодировали, даже чуть ли не стоя, кричали «Браво!». Поэтому мы свою работу выполнили честно, в отличие от нашего директора, который нас кинул. Ну, естественно, будем сейчас заявление писать, чтобы его искали и эту сумму нам возвращали, потому что, ну, сумма на коллектив выходит очень даже крупная.